Духовное наследие Хаджи Ахмеда Ясауи обсудили на международной конференции в Астане. В ней приняли участие спикер Сената Мулин Ашимбаев, главный муфти Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Зарубежные и отечественные ученые, тюркологи и востоковеды говорили об изучении трудов Хаджи Ахмеда Ясауи. Спикер Сената отметил, что исследование духовного наследия великого философа имеет большое значение не только для казахского, но и для всех тюркских народов. Бұл тұрғыдан алғанда Ясауи ілімінің берері мол. Ходжа Ахмед Ясауи занимает особое место в культурной и духовной жизни тюркских народов. Он способствовал распространению и развитию исламской цивилизации на тюркской земле. Труд мыслителя Дивани Хикмет – ценная реликвия для нас. Мыслитель открывает путь к популяризации в обществе человеческой системы ценностей. Его мудрость призывает человечество к добродетели, братству и честному труду. На международной конференции презентовали научный журнал, где опубликовали свои труды ученые из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана. Наша цель – изучить в полной мере роль духовного наследия Ходжи Ахмеда Ясауи в жизни тюркских народов. Его труды не потеряли своей актуальности, и в наше время нужно подчеркнуть, что популяризация трудов Ходжи Ахмеда Ясауи послужит сохранению духовного наследия предков и модернизации общественного сознания.